Мир этой ночью потрясла трагическая гибель настоящей легенды баскетбола. Коби Брайант разбился, когда летел на вертолете со своей дочерью на тренировку по баскетболу. Всего на борту было 9 человек, включая пилота. Вертолет потерпел крушение недалеко от Лос-Анджелеса. И до сих пор нет никаких данных о причинах авиакатастрофы. 41-летнего Брайанта при жизни называли легендой. Он как Месси в мире футбола. У Кирилла Алькова вся последняя информация. С этих кадров крушение легенды начали выпуски новостей все мировые телеканалы. Прямая трансляция из пригорода Лос-Анджелеса. Очевидцы рассказывают, вертолет долго кружил в воздухе, а потом исчез. На борту находились 8 пассажиров и пилот. Никто не выжил. Шериф округа вскоре подтвердил, в кабине частного вертолета находился Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джиана. Я пил кофе в машине, когда услышал какой-то шум, как от вертолета, только слышно было, что двигатель работает неправильно. Я говорил по телефону, когда услышал этот взрыв, а потом поднялся дым. Это печальный день. Коби много значил для нас и этого города. Был одним из самых значимых и важных жителей. Я думаю, этот город сегодня много потерял. Легенду Лейкерс и его заслуги знают даже те, кто не разбирается в баскетболе и понятия не имеет, за что на площадке дают 3 очка. Это он отправил игру в космос. Лицо, символ баскетбола, который стал живой легендой, набрав в одном матче 81 очко. К этому результату никто из его современников даже близко не подобрался. По легенде плачут другие легенды. Леброн Джеймс, узнав о смерти Коби Брайанта, не смог сдержать эмоций. Его величие еще и в верности. 20 сезонов Лейкерс, 5 титулов чемпиона НБА. Перечислять все личные награды просто не имеет смысла. Даже в своем последнем матче в 37 лет Коби набрал немыслимые 60 очков. Он не просто играл до последней секунды, кажется, сам останавливал время, когда ему и его команде это было нужно. Он много значит для меня. У него была та ДНК, которую могли иметь очень немногие спортсмены. Очередные матчи регулярного чемпионата НБА начались с минуты молчания. Команды нарушили правило 24 секунд. Игроки Торонто отказались атаковать первыми и отдали это право соперникам. Болельщики встретили их решение скандированием «Коби». Трагедия объединила весь спортивный мир. Свои соболезнования выразили игроки команды сборной России по баскетболу. Звезды мировой величины, рекордсмены в самых разных видах спорта пишут и говорят только о Коби. Это ужасно. Это ужасные новости для мира спорта, и мы очень сожалеем об этом. Мы соболезнуем его семье. Это шок для всех. Невероятно грустный и один из самых трагических дней. Я только начинаю осознавать, что это реальность. Король воздуха Майкл Джордан не может подобрать слов. Сердце Марии Шараповой с близкими погибшего баскетболиста. Александр Овечкин не верит в случившееся. На этой фотографии он обнимает Коби как старый друг. Неймар посвятил Брайанту гол, а Лионель Месси назвал его гением. Соболезнования семье выразил и Криштиану Роналду. Коби Брайант не только больше всех забивал в НБА, но и зарабатывал, поэтому мог себе позволить все. Защитник Лейкерс практически не пользовался машиной, всегда летал на своем личном вертолете. Его раздражали пробки, от частых переездов болела спина. Вот и в этот раз. Вместе с дочерью они просто летели на тренировку по баскетболу. Ближе Коби была высота, как и подобает королю воздуха, который был выше всех на голову. Кирилл Альков, Ангелина Крупейна, «Известия» специально для РЕН-ТВ.